Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 12 Lite. И сейчас мы разберемся, как переместить аккаунт WhatsApp с нашего телефона на новый. Итак, для начала мы на этом телефоне, на нашем Xiaomi, сделаем резервную копию. Для этого мы нажимаем три точки в правом верхнем углу, после чего нажимаем настройки. Идем в раздел чатов и нажимаем резервная копия чатов. После чего проверяем, на какой аккаунт мы будем делать резервную копию. И создаем резервную копию. Потом мы идем в WhatsApp на новом телефоне, нажимаем Agree and Continue, выбираем код страны и пишем номер телефона. Нажимаем далее. Ок. Так, код пришел, мы его здесь вводим. Нажимаем далее. Окей. Что ж, на этом все. Все данные были перенесены. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорой встречи!